Эксцентриссимо. В Кирове церемония церемоний. Новый губернатор вступает в должность. Не часто такое у нас бывает. Хотя могло бы быть еще реже, если бы губернаторов периодически не ловили на взятках. По такому случаю все чиновники и гости всякие принаряжаются. Кто старый костюмчик в химчистку несет, кто-то считает, что он всегда при параде, поэтому приходит в своей обычной неподражаемости, а кто-то бежит за обновками в магазин. Покупка должна соответствовать торжественности события. И было бы неплохо тогда замахнуться на самый дорогой в мире костюм. Жаль, что их 3 всего, на всех не хватит. А так почти за 1 миллион долларов продается пара брюки и черный пиджак на одной пуговице. Для его изготовления потребовалось около 800 часов рабочего времени и почти 500 алмазов. А вот Владимир Путин мог бы и без такого блеска просто в спортивном костюме появиться. Его все равно не посмеют не пустить. К тому же по цене президентский костюм вполне мог бы оказаться дороже одежды многих из приглашенных. Помните, как-то с Медведевым в Сочи они зашли в спортзал и все обсуждали ценники на треники? Так вот, олимпийка Лора Пьяна стоила 1500 евро, брюки 1200, сумма в рублях 120 тысяч. Эксцентриссимо.